Суперцон появится в Казахстане. О новшестве рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин. Оно объединит различные фронт-офисы, такие как ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и многие другие предприятия. Это позволит казахстанцам не обивать пороги разных зданий, а получать услуги в одном месте. Мы с акиматом Астаны и под руководством администрации президента планируем сделать, организовать такое понятие, как суперцон. В одном здании будут все фронт-офисы государства объединены, чтобы для удобства граждан, чтобы они не ходили туда-сюда.